Самый аграрный микрорайон Шымкента посетил заместитель премьер-министра страны Бердыбек Сапарбаев. Асар – это местность на окраине мегаполиса, где живут около 25 тысяч человек. Каждая семья здесь занимается овощеводством. О том, как развивают здесь тепличную отрасль, расскажет Рауль Габитов. В микрорайоне Асар 1813 домов. Их возвели в 2009 году по программе «Нурлы Көш». В каждом доме своя теплица, которая кормит хозяев и приносит доход круглый год. Аграрному делу здесь обучают со школьной скамьи. Уроки биологии обычно проходят в теплице. Я уже 7 лет изучаю петунью, разрабатываю свой проект по выращиванию этого растения. В нашей школе уделяют большое внимание растениеводству. Это очень интересная отрасль. В 2016 году мы вырастили в школьной теплице 25 тысяч цветов и раздали их жителям Шымкента. А это гордость микрорайона – завод по производству комплектующих для теплиц. В последнее время тепличная отрасль в стране бурно развивается, поэтому продукция предприятия пользуется большим спросом на рынке. Оборудование для завода привезли из Южной Кореи, Японии и Турции. Мы собираем теплицы не только для казахстанских аграриев. Заказы поступают и из соседних стран. На предприятии работают 25 человек. Сельским хозяйством занимается 70% местного населения. На встрече с асаровцами Бердыбек Сапарбаев поставил в пример их трудолюбие. Также вице-премьер рассказал о реализации приоритетных задач, обозначенных президентом в послании народу Казахстана. В своем выступлении он коснулся всех сфер – образования, здравоохранения и социальной поддержки. Рауль Габитов, Нурмахан Мусатов, Ербулат Абишев, Хабар 24, Шымкент.